Во какой лупанул! Да, Семочка? Ой, молодец! А ему нравится. А мы смотрим в окошко. Что-то зашумело, зашумело. Такой крупный дождь пошел. Это сегодня, друзья, пятница, 30 июня. Во лупит. А Наташа только повесила белье. Ну, наверное, минут 15 назад. Ну, а что тут? Ни с того ни с сего и пришел дождик к нам. Не, ну, крутили уже, тучки собирались уже, да. Сегодня, можно сказать, целый день так собирались. И как-то душновато было, и жарковато. Где-то 27-28. На солнышке, наверное, да, на солнце 37 у нас показывало. Ну, на самом солнышке, конечно. Там с той стороны. Ну, и польет. Хоть немножко, но польет. Вот такие тучки набежали. Так, откуда они у нас идут? И главное, ветра ноль. Посмотрите, вообще нету ветра. Да, как-то вот оттуда, да. Ну, немножко побудет, да, пускай прольет. Ой, как тут цветочками пахнет. Да, Семка? Да. Семка тут был на улице. А, мама выходила. Выходила белье вешать, и Семка с ней вышел. И он тут остался на улице. Ему нравится, когда дождик идет. Да, Семик? Тебе нравится, когда дождик идет? Ай, жулик. Друзья, кто нас смотрит постоянно, спрашивали в комментариях, как там Наташина мама, ну, моя теща. Все нормально, все под контролем, пьет лекарства, витамины всякие, ну и так далее и тому подобное. Ну, в каком смысле все нормально? Ну, поймите правильно, ей уже 91 год. Ну, и этим все сказано, друзья. Наташу, да, вот Наташу вчера возил я к врачу, к семейному, да. Тоже прописали и таблеточки. Ну, друзья, давление. Вот кто нас, опять же повторюсь, смотрит постоянно, я сказал, что... Вчера мы 5 часов, да, отвозили ее. Пойду гулять я с камерой пока. И померила она ей давление. 190, друзья, 190 на... Ой, не помню, вторая сколько, тоже как-то около 190 на 110, что ли. Ой, могу ошибиться. Ну все, теперь, да, теперь вот сегодня купили таблетки, и она ей сразу дала таблеточки, такие как таблеточки, так называемые, скорой помощи от давления. И сегодня мы выкупили те, которые она выписала нам, семейный врач. И на обследование там то-то. Ну, сами понимаете, уже с этим в нашем возрасте сталкиваются многие, наверное, если не все. Вот какой дождик. Да, не хотелось бы, конечно, друзья, говорить, вот там здоровье, да вот, ну, здоровье, да мы здоровы. Ну, какие мы здоровые, друзья? Ну, нам по седьмому десятку уже обоим. Ну, почти ровесники с Наташей. Господи, что тут? Какого тут греха таить? Правильно, друзья? Вот Семочке и то уже 30 августа будет 9 лет жулику. Ай, жулик. Нравится ему. Он где-то лазил.
Ну, такое решил. Вот просто вот не думал снимать видео, а посмотрел, дождичек пошел. Я по каплям посмотрел. Вот такие его. Огромные такие. Ух. Я еще хотел машину сполоснуть. Я ее воском поливал. А вот он ее, пожалуйста, все уже, дождик сполоснул уже. Ну и заодно сказал, что вон, видите, палочка стоит. Это она недавно тут гуляла после обеда. Да, мы как раз с Наташей поехали. Поехали мы в аптеку, выбрали лекарства. И приехали, она еще гуляла. Мы только приехали, закрыли ворота. И она уже зашла. Палочку опять оставила здесь. Конечно, если вот палочка здесь стоит, значит, все, она гуляет, друзья. Ну, слава богу. Вон Наташа. Живая? Я про тебя рассказал, про давление. Нормально у тебя сейчас? Ну, все под контролем, правильно? Да. Как ты вчера выпила таблеточку? Как тебе? Да? А? Две я выпила. А, даже две выпила. С одной-то мне не сбивалось, а вторую как выпила, так все. И поплыла с непривычки, да? Ну, да. Глаза закрылись, тяжелые. Глаза, да, ну с непривычки, да. Ну, надо же определить, какую дозу ей. Какую дозу. Ну, все нормально, друзья. Конечно. Только, я говорю, повесил белье, да? Минут 15 назад, наверное, где-то минут, да. Высохнет, намочили, самое высохнет. Ой, а ты этих-то птичек поставила туда, да? На... Да. А, ты когда, на, когда косили, да. Хорошо. Вот такой дождичек. А я определил, ну посмотрел, они оттуда идут тучи. Так что еще пойдет дождичек немножко. Задержится у нас. Да, оттуда, да. Вот, опять, смотрите. Ой, красота. А? Да куда ж ты ходишь-то? Ну да. О, ну, надо будет сегодня поливать, да. Мы вчера не поливали, позавчера поливали хорошо. Ну там-то да, там попадает хоть что-то, а все равно надо полить все. А там сколько, 15 или 20 литров, по-моему? 15? 20? А что там за удобрение? Кристаллон. Ну вот, друзья. Ну, напомню, кто мной подписался, мы, как нам посоветовали, там, где мы покупали цветы, у нас здесь на Тервитес, Кристаллон, Вита, вода. И вот так чередуем. Кристаллон, Вита, вода. Ну это уже там, да, капельку йода можно, конечно. Ну, можно и не можно, да. Ой, как лет. Хотя бы этим вот поливали бы. Кристаллон, Вита, вода, чередовать. Один день просто водой. Ну, а мы вчера вообще ничем не поливали. Ну, так посмотрели, что вроде тяжелые эти все горшки. Не. Ну, главное, что подкармливать надо. Тогда... Обязательно. Да, Наташа говорит, вот эти вот сухие надо убирать. Вот эти, на конце, да, всегда. Да. Видите, мне все вот на концах всегда вот эти прищипы вот надо отрывать. Ну да, чтобы да. Они не лезли, ну, вот в эти чтобы две, дать, не лезли, дать, а вот расширялись. Дать силу новеньким, да, цветочкам. И шире будет. Вот. И это вот свисающие, поэтому они вот сюда вниз. А нам наверху не надо, чтобы было видно. Да. Нам надо, чтобы красота была вся вот здесь, видите? Да. Вот они свисают. Вот такие вот. Вот смотрите, сколько. Так, он пошел дождик где-то минуты три или две, да, и я потом выбежал, Семка-то уже здесь был.
И получает вот сколько уже так, 10, ну да, где-то 11 минут идет дождик, не переставая. Это такие крупные дни. Капли, да, да, да. Ой, я портулак, друзья, портулак. Ой, он больше был открыт, я сейчас дождик пошел. Вот, ой, красавцы, вот эти красавцы какие, ой, какие красавцы. Вот этот такой. Такой портулак. У нас все одинаковых, считай, и нету. Там эти, как они, вот ой. Это, вот это, Ренату, цвет. Композиции. Да, вот а это, по-моему, один цвет же, да, здесь? Или, а, нет, композиция и есть. Да, и с полосками. Это, а это вот целиком, вот один, да. Это не, вот это не композиция, а один. Но это, повторяю, сегодня 30 июня, пятница 2023 года. Вот такие красавцы. Эй, Сёмика. Сёмика, ай, дай-ка тебе глазик немножко так. Вот тут почищите все равно. Ой, жулик, 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 жулик. Отдыхает. Ему нравится, когда дождичек идет, и он... Вот тут ляжет, или на полу, или вот на этом коврике, где я сейчас лежал. Хозяин, хозяин, жулик наш. Ну, что там у нас с тучкой? Будет, будет еще немножечко. Ой, Сёмка, ай, Сёмка смотрит.